Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый видосик. Ребята, ну что, у нас остается 21 час 42 минуты на момент записи этого ролика. До новых лимиток, ребята, у нас сегодня последний шанс выбить вот этого прекрасного, распрекрасного Идриса, который у нас секретка. Друзья, я вам показывал в предыдущем ролике, у меня был шайни. Он нереально крутой и нереально жесткий, поэтому, друзья, я сегодня насобирал 300... тысяч гемасов, 307 тысяч, 067 гемасов. Ребята, это просто нереально. Я столько денег не сливал ни в одной игре. Это просто жесть. Но я вам обещал, я задался целью. И сегодня я буду выбивать вот эту вот лимиточку. Чтобы мне этого не стоило. Если мне сегодня не выпадет, то все, я просто возьму и расшибусь головой об стенку. Потому что это нереально. В прошлом ролике, ребята, мы сливали 100 тысяч гемасов. В этом ролике я решил посливать по максимуму. До того момента, пока он мне не выпадет. Потому что, ребята, потом его не будет, а он прикольный, он мне нравится. И я так понимаю, что через 21 час 41 минуту он закончится. Это у нас будет уже воскресенье. Вы этот ролик смотрите в воскресенье. Записываю я его в субботу вечером. И, соответственно, в воскресенье точно так же должна быть обнова. Так что, ребятки, постараюсь замутить стрим перед обновой, если получится. Надеюсь, что обнова не будет очень поздно. Потому что в прошлый раз обнова была в час ночи, это капец жестко. Я думаю, в это время вы все будете спать. Ну а сегодня используем свой последний шанс, друзья. Надеюсь, мне выпадет Идрис. А если еще повезет, выпадет вообще мне Шайни. А с вас требуется только поддержка, ребята. Ваша поддержка, это ваши лайкусики и ваша подписочка, друзья. Давайте как можно больше наберем лайкусиков под этим роликом. А также подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. А я начинаю, погнали. А спонсором ролика выступает сайт FanPay, где вы можете купить робоксы, петов и многое другое в любой игре. Все, что вам нужно сделать, это найти нужную игру в списке, выбрать, что хотите купить, проверить продавца, купить предмет, после чего получить предмет и подтвердить сделку. Покупайте робоксы и предметы в любимых играх на FanPay. Лучший сайт, который экономит ваше время и деньги. Ссылка в закрепленном комментарии. Итак, ребятки, что мы делаем? Значит, заходим сюда. А, давайте, подождите. Самое важное, что я сделал, друзья, кстати, вы мне подсказали. Эй, спасибо за подсказочки. В комментариях мне писали очень много на прошлом ролики, что здесь можно это все сохранять. Я вон думаю, что делать. У меня есть типа одна кость. Точнее, вот этот вот один фризи. Фростбинт. Я думаю, его сохранить или использовать на каком-то из моих юнитов. У меня тут есть эсочка, которая на рейндж. Кто еще не знает, ребята, вот эти вот бинды, фростбинды, они, короче, вот эти вот цепи, они сохраняют. Вы можете вот здесь один стат сохранить. То есть эска у нас самая максимальная, самая крутая. Можно вот здесь эсочку сохранить. То есть нужно будет вот так вот нажать. У меня одна штучка есть пока что. Правда, я не знаю, где я ее взял. Я, ребята, так и не понял. Говорят, что она в челленджах выпадает, но мне ни разу, ребята, не знаю почему, мне ни разу в челленджах не попадалось. Вообще, ни разу. А, вот здесь. А, вот, ребята, смотрите, мы сейчас... Точно, давайте мы сейчас ее и получим. Мы сейчас ее и получим. Как так получалось? Я слепой, ребята. В челленджах нужно их получать. Так, окей, давайте, я сейчас быстренько перемотаю. Все, отлично, ребята. 5 минут потратил, ребят, смотрите, 2. Фростбинда у меня 2, прикиньте. Я даже не видел, я не знаю, мне походу не попадалось. Вообще они не попадались. Какой хороший челлендж. Так, возвращаемся. Теперь я уже, у меня уже получается 3. То есть, если мне сейчас выпадает Идрис, дай бог. Точнее, не если, а когда мне выпадает Идрис, я сразу смогу поменять. А ну-ка, давайте посмотрим. Еще на челленджи. Тут что-то есть? Не, нету. Все, это то же самое. Меня уже сюда не пустит. Ну, прикольно, ребята. Это круто. Значит, поняли. Вот здесь можно получать. И можно получать еще в рейдах, ребята. Вот рейдах. Open in через 2 минуты. Сейчас, ребятки, пойдут в рейд. Откроется магазин. Тут можно будет тоже получать. Так, но наша цель сегодня не рейды. Наша цель сегодня Идрис. Давай, мой хороший, идем сюда. Значит, тут мы ничего делать не будем. Спасибо еще раз, ребятки, что подсказали. И, кстати, мне подсказали тоже подписчики, что вот эта вот штука, она ни на что не влияет. Ну, типа, чуть-чуть шанс есть, но он как бы небольшой. Поэтому вот я не знаю, ребят, это правда это или нет. Расскажите, кто знает. Тут написано, что если у вас вот эта вот штука будет максимальная, то better chance to higher rank. Получить, типа, лучший ранг. Ну, ребята, как вы видите, я вам в прошлом ролике на 100% у меня все
все было, я все заронил на 100%. И что? И Габелла, нифига, ребята, мне не дали вообще. Вот даже, смотрите, 34%. Давайте мы сейчас гарпа заролим. Посмотрим, что выпадет. Видите? A и D+. Вообще, просто мусор. Хорошо, ребята, значит, тут мы с этим разобрались. Значит, у нас... ребята, у нас еще беда. У нас еще пипец какая беда. У нас не хватает места. У меня 144 места. И вот это все куда-то, короче, нужно деть. Чтобы остались только мифики. Поэтому давайте я сейчас на своего тынка быстренько закину. The next day. Все, отлично, ребята. Ну, конечно, быстренько это не получилось. Я забыл, ребята, что у нас можно передавать только по 20 юнитов. И вот это вот передать нельзя, потому что они не передаются. Ну, пусть пока останутся, не знаю. Может быть, солить их буду. Пусть пока лежат. 35 штук у меня есть, пока что занято. Поэтому мы что мы делаем? Мы ставим сразу на удаление. Рарка и эпики мы сразу удаляем. Шайни Хантер у нас куплен. Нам осталось купить лаки. Давайте мы сразу лаки покупаем. Ебой, найс. И покупаем еще супер лаки. Ребята, ну, я пробовал, в принципе, без этого открывать. Но, если честно, без этого никак. Вообще никак. Очень слабо падает. И все, ребята, помните, мы прошлые разы открывали на разных серваках? В этот раз я предлагаю все, что у меня есть, слить на одном серваке. Никуда не двигаясь. Просто нажимать и все. Единственное, что я, наверное, все-таки включу автокликер. Потому что это нереально будет долго, если я просто буду клацать мышкой. Все, ребятки, погнали. Давайте с богом. Там-та-дам-та-дам. Первый пошел. Так, раз. И что у нас тут? Так, нифига. Ясно, ясно. Видите, автокликер, конечно, хоть и работает быстро, но не так быстро, как бы хотелось. Ребята, вот просто нажимаю и все. Вот так вот ставлю вообще. Видите, мышка у меня вот здесь как стоит, я ничего не трогаю вообще. Я ее не буду водить, она просто стоит. Я просто только буду автокликер выключать, чтобы посмотреть, что мне выпало, ребят. Так, давай, 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 давай. Что-то прям слабо, ребята. Прям слабо, я что-то не понимаю, почему так слабо. Давай, давай, давай. Блин, опять синие. Слушайте, мне даже в этот раз как-то леги плохо падают, смотрите. Это жестко. То есть перед этим вообще леги падали одна через одну. А тут прям как-то плохо. Или мне получается, когда вы хорошо прокачаны, вам меньше падают? Что это за такая система? Я не понял. Так, лего одна выпала. Так, это что у нас тоже лего? Хорошо. Ну, в принципе, эти леги можно, ребята, продать. Кстати, почем эти леги стоят? Кто знает? Смотрите, три леги подряд. По-моему, их там по пару тысяч продают вообще. Поэтому, если их продать, там 100 штук продать, 100 тысяч будет. Даже по 1000, если их слить. Мне кажется, это будет нормально. Как вы думаете? Так, тут братанчики, вижу, уже подбежали. Спрашивают, снимаю ли я ролик. Да, братики, снимаю, только я двигаться не могу, потому что сейчас мышка слетит. Так, что у нас тут? Лего еще одна. Фанвикс, я твой подписчик. Здорово, братик, здорово. Смотри, три леги подряд у меня выпало. Только что в одной катке. В одной крутке. Так, ребятки, давайте, давайте. Ну, мифик, где мифик? Я не понял. Неужели мне мифик сейчас будет выпадать только на 400? 161, ребята, мифик. А ну-ка, давайте. 160 мифик? На скольки выпадет мне мифик? Так, это что у нас? Это у нас лего. Неужели на 400? Ребята, ну у меня, если честно, еще ни разу не было на 400, чтобы выпадало. Так, 180. Пробуем еще. Блин, я не хочу, чтобы на 200 было. Это как-то нечестно, что ли? Ребята, короче, я предлагаю немножко слить, если прям вообще ни одного мифика не будет, тогда валить на другой сервак. Потому что прям что-то беда вообще какая-то. Это что такое? Ни одного мифика нет, столько слил. Нафига я юзал тогда эту штуку вообще всю? Потратил робуксы и нифига нет. Так, ребята, 220. Половина уже. Это слаки. Это как-то вообще как-то странно. Очень странно, ребят. Так, 231. Тоже нет. Блин, я не верю, ребят. Не может такого быть. Давайте, короче, ладно. Предлагаю... Ну, ладно, мы уже тогда стоим. Давайте 100 тысяч тут сливаем. Просто вот так вот сливаем здесь 100 тысяч. Никуда не двигаясь. Как уже будет, так будет. Мне кажется, знаете, как оно работает? Мне кажется, оно работает такой, по такой схеме. Что типа нифига не падает, а потом бах, типа из-за того, что мало падает и выпадает сразу секретка. Я такое, кстати, видел уже. Поэтому давайте продолжаем дальше и надеемся на лучшее. 380. Ребята, сейчас будет 390. Еще два раза и у меня будет 400. Это нереально. Это лаки называется? Это что, вы что, серьезно? Да ну нафиг. Это какая-то вообще, я прям не знаю, не фарт. О, 400, ну понятно. Понятно, что на 400, ребята, выпало. На 401 даже. Так, это что-то прям совсем не смешно. Ладно, ладно, ладно. Теперь смотрим. Ноль, ребятки. Ноль. Сейчас посмотрим, сколько в этот раз выпадет. Если сейчас будет такая же фигня, это, конечно, кринж полный, ребят. Это вообще никуда не годится. Так, десяточка ушла. То же самое. 10 штук уже по мифику. Так, это у нас 20. Сейчас будет 30. То же самое. 40. Прикиньте, нет. 50, ребята. Нифига нет. Так, короче, так, ребята. Все. Официально заявляю. Если сейчас...
А, все, все, я хотел сказать и обкакунился, потому что выпал на 70, ребята. А тут у нас на 70 выпадает. Ну, нормально, ребята, ну это на 70 хотя бы. Все, 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 ладно, забирай свои слова обратно. Мы слили сколько? 10, 27 тысяч мы уже слили, и у нас два мифика. Так, десяточка пошла, сейчас пробуем дальше. Короче, добиваем этот сервак, с него вытягиваем все с этого сервака, ребят. Это у нас 30 получается. 40, ребятки, пошло. Так, 50, смотрим, что у нас на 50. Так, 60, по-моему. Так, в прошлый раз было на 70. Давайте смотрим, сколько в этот раз будет. Так, 63. Так, давайте смотрим, сколько в этот раз будет. Это у нас 70 будет. Сейчас будет 73. Так, 80, ребята. 90. То же самое, нифига нет. Так, 100. Ровно 100, по-моему. Так, отлично, 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 отлично. 110. Нифига нет. Так, чувствую, в этот раз не будет так хорошо. А, 113 даже. 113. Мне кажется, в этот раз будет похуже. Так, хорошо. Значит, 123. Что у нас? Нифига. 133. По-моему, 134 уже. Точнее, 144. Опа! Это что такое? Это что такое? Это что такое? Подождите. Это что-то было. Подождите. Это что было? Привет, пупсик. Это было! Это было то, что надо, ребята! Это было то, что надо! Не может быть! Не может быть такого! Не может быть! Я в шоке! Не может быть! Все в шоке тут на серваке! Очуметь! Вот он! Вот он, мой красавчик! Вот он, ребята! Я слил всего лишь 40 тысяч! Я вам говорил, я вам говорил, что так и будет. Что мне сейчас на этом серваке нифига не выпадает, потому что должен выпасть вот такой вот чувак крутой. Очуметь, ребята, это просто жесть. Это просто жесть. Так, продолжаем, ребята, продолжаем. Ну что делать? У нас еще 50 минут. Короче, одна секретка у нас уже есть. Едем дальше. Это нереально. Я в шоке. Ну все, значит, сервак хороший. Видите, хорошо, что я никуда не пошел. Это мне система, ребята, заставляла куда-то свалить. А я никуда не свалил, я держался на месте. Короче, ребята, если у вас вот так вот на серваке нифига не выпадает, никуда не уходите, стойте. Братачик пишет, ё-ма, ты лаки, конечно. Да, я лаки, ребят, слил 200к, пипец и лаки. Вообще, людям говорят, на 1000 выпадали шайни. Я-то думаю еще, почему такие шансы, конечно, плохие на мифике. А потому что хорошие на секретке. На мифике плохие, на секретке хорошие. Давайте тогда сливаем, ребята, до 200 тысяч сливаем и возвращаемся, посмотрим, что у меня в результате оказалось. Так что встречаемся на 200 тысяч гибасов. Погнали. A few moments later. Ребята, смотрите, ребята, смотрите, я не верю в это, я в это не верю, это просто не может быть, этого не может быть. Смотрите, раз, два, три, четыре, что-то еще один, еще один, я в шоке, ребята, это вообще нереально, я просто в это не могу поверить, это какой-то сон, друзья. Это реально сон. Еще и с эской, смотрите. Это жесть. Я в шоке. Просто нереально. Очуметь. Вот это сервак, ребята. Вот это сервак. Смотрите, еще и с эской. Видите, эс, кулдаун 4-5 секунд. А тут 5 секунд. Фух, это жесть. Так, ладно, ладно. Нет, нет. Мы продолжаем дальше, ребята. Мы обещали слиться до 200 тысяч. Поэтому, как и обещали, так и сливаемся дальше. Погнали, без лишних разговоров. И последняя круто. Круточка, ровно 200 тысяч у меня остается. Есть и есть. Все. Ребята, слили мы 107 тысяч. Короче, первый, по-моему, на 40 или на 30 тысяч мне выпал. А второй мне выпал еще через 30 тысяч. Из этого я делаю выводы, что нужно не сливаться с сервачка вообще. Но, конечно, я его еще буду прокачивать. Ребята, меня тут подписчики спрашивали по поводу эволюции. Эволюцию не делаю, потому что ресов нет. Не собрал еще ресы. Нужно ресы собрать. А что у нас в итоге получилось со 100 тысяч, ребят, на этом серваке? Значит, 969 тысяч у меня золото. Открываем. Тут у нас получается раз, два, три. Смотрите, у меня получается три шайни. В этот раз, конечно, намного больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, 24, ребятки, 24 мифика. Из них у меня три шайни и две секретки. Вот это, мне кажется, прям удачненько получилось. Так что пойду его прокачивать, ребятки. Встретимся с в следующем ролике. Сегодня должно быть обновление. Постараюсь забабахать стримчик перед обновой. Так что приходите и следите за новостями, будет интересно. А с вас, ребятки, подписочка и лайкусик. Меня зовут Фадрик, желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!